Непогода совсем уж нелетная. Ну, вроде пока еще сухая. Только холодно очень и ветрено. 8 градусов тепла у нас всего лишь. Вот я по этой причине не стал вылазить уже вот на тот вот бугор. Потому что там на 7 ветрах я вообще околею за минуту. Тут все-таки немножечко меня вот этот вот склон прикрывает. И можно как-то выдержать некоторое время постоять. А тут уже 10-15 лет стою, уже несколько связей. Но таких относительно нет. Не очень дальних удалось провести. Ночью подрегулировал. Руль мне пришлось переставить сегодня, вынос руля, потому что я купил держатель. Кронштейн для телефона. Очень, кстати, хороший кронштейн. Держится прям хорошо. Хоть весь велосипед за него поднимай. Ну, вот, так что теперь буду думать, как на следующее лето все это смонтировать в мобильном виде, чтобы можно было ездить. А оно работало. Ну, антенку сделаю. Там у меня есть, в принципе, крепление для антенны. Покажет, кликовочка небольшая. Где-нибудь я тут это смонтирую, и можно будет не останавливаться для того, чтобы связь провести. Я надеюсь, что мне удастся на ходу этим заниматься. Вот такие дела. Ну все, наверное, пока. Посмотрим, что там еще заработается. Послушаю радио. Чаю попить. Он горячий. С какой-нибудь там конфеточкой. Да, кстати, очень вкусные конфетки. Кто сейчас из них непонятно, но кто-то. Слышно, да? Пробивается. Сейчас закончится вещание. Thank you.
все благодаря всем подавителям. Окончание вещания. Сейчас гимны. Часы, как всегда, в рот этого малахита. Thank you.
Дякую за перегляд!
ней подключать антенну. Проводим-то. Что-то он японец был, ответил и не хочет продолжать. Ну что ты будешь делать? Какой-то там черт на меня. Стороночку. Потом, блин, связь до конца не проводит. Прям беда сегодня какая-то с этим. -24 он не слышит. Что ж такое? Глядим, что тут наработалось сегодня. Так, что у нас тут? Что тут с третьей? 7 число Болгария. Что тут еще? Турция, Германия, Германия. Это кто такой? Ингланд, Турция. Венгрия, Франция, Германия, так, это сегодня, а нет, это уже все, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 КСВ сегодня провел этими своими квертами, ну так себе, опять же Европа. Ничего удивительного и далекого удалось. Вот. Но дубак сегодня конкретный, конечно. Промерз я как пес.
буду сворачиваться, поеду вниз. С горы в долину.